30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. И пусть история пожарных насчитывает сотни лет, официальным этот праздник в современной России стал в 1999 году. Салдинские пожарные накануне праздника пригласили в гости юных салдинцев. За нашей спиной находится автолестница, с помощью нее производится эвакуация людей и доставка пожарных. Автолестница выдвигается на высоту 9-этажного дома. Данное аварийно-спасательное оборудование называется трипод. Оно предназначено для эвакуации пострадавших из колодцев и из цистерн для подъема их. Максимально грузоподъемность у нее 250 килограмм, длина троса 20 метров. Сегодня, в преддверии Дня пожарной охраны, который у нас проходит 30 апреля, мы организовали совместно с сотрудниками пожарной охраны выставку, показали технику, на которой наши пожарные осуществляют тушение пожаров в городских округах Верхней Салды и Нижней Салды. Сегодня дети увидели пожарную лестницу, увидели автоцистерну, увидели костюмы химзащиты, боевую одежду пожарного, различные аварийно-спасательные инструменты. Пожарные показали, как с этим совсем работают. Дети узнали, во что одеваются пожарные, как работают, то есть окунулись в их жизнь, скажем так, и, наверное, в дальнейшем захотят стать сотрудниками пожарной охраны.